друзья, всем привет! Сегодня мы с Лехой, но мы не в Адлере. Да. Сегодня мы решили выбраться на Агурские водопады. И с нами, вон, смотрите, еще ребята. Ребята, узнаете? Узнаете? Это тоже наши местные знаменитости. Северяне в Сочи, да? Северяне в Сочи. Понаехали, да, другими словами. Посмотрите, да? Друзья, здесь какие виды вообще. Здесь что-то... Это весна, в общем, раньше пришла, чем почему-то в Сочи. Уже все зеленое. Ребят, ну мне уже нравится. Прикольно здесь вообще. Что это за камера у тебя такая интересная? Вот они, Агурские водопады, видите? Классно. Это время года еще приятно. А что случилось? Поэтому по полтиннику, да, скидываемся? Ну, что случилось? Леха, что случилось? Полдороги, полдороги обвалилось. О, наоборот, круто. Мы купили с детками. С детками. Да, да. Живу на Агурских водопадах. И, кстати, заходите на канал Никиты и посмотрите, как он покажет красоту. У меня будет 0% информации. Просто вот, смотрите, мох, вот дерево. Здесь не нужна информация, здесь нужна вот эта вот красота, ваши глаза, чтобы полюбоваться. Надеюсь, получится, да, передать. Смотрите, уже красиво. Я не знаю, со змейковскими водопадами прям не сравнить, честно говоря, мне прям здесь сразу больше нравится. Согласись? Ну, есть такое? Здесь, видишь, многообразие, и мы вдоль реки идем, наблюдаем, как она течет. И с одной стороны у нас обрушиваются такие скалы, которые заросли многовековыми. Это называется, кстати, Колхидский лес. Вот почему он называется Колхидский? Ты вообще кладезь информации просто. Я просто не знаю, почему он называется Колхидский, но... Я думаю, в следующие разы, когда мы в другое время года будем здесь гулять, я обязательно расскажу, так что... Это у тебя супер память, да, такая, все запоминаешь? Не, ну развиваюсь. С одной экскурсии. А Боря говорит, что это во сне тебе приходит информация. А, какого сверху. Этого? У кого? У Зеланда? Нет. Да у всех тогда. У как его? У Менделеева? У Менделеева, да. Смотрите, друзья, подходим к какому-то супер-мега-крутому месту. Как я, да, завернул. Назовем его живописнейшим. Класс. Блин, запах, да, Алена говорит прям. Запах тут, конечно, классный. А? Я не каждому месту там два раза подходит. Сначала с нами, а потом для ролика отдельно. Ну, у них свое, видишь, это. Своя движуха. Свой движ, да. Да, пойдем к нам. Я хочу потрогать воду. Только дядя. Холодная, прихолодная, вообще прям ледяная. Красоты, красоты. Да, вообще классно. Там, смотри, какая-то, как пещера. Эч. Ну-ка, Леха, пойдем прям туда зайдем. Ребята, ради красивых кадров. Ну и самому охота посмотреть. Смотрите. Вы уже здесь? Ну, летом можно плавать, да и сейчас, если прям разогреться. Ален, ты как кладезь информации, расскажи нам, пожалуйста, почему вода имеет такой цвет? Воспользовался. Мне кажется, из-за того, что белые камни... И светлое дно, и вода чистая, горная, она прям чистейшая. Ага. И когда она там протекает, дается, скорее всего, вот такой вот оттенок голубоватый от воды. Почему она такая мутная? А почему мутная? Наверное, кажется, из-за она... того, что сошел сель с гор, и сейчас тают снега, и, возможно, они... Да, они... Короче, мне кажется, она что-то содержит. Ну-ка, напишите в комментариях, товарищи знатки. Да. Потому что мы находимся на Мацесте. На Мацесте сероводород в реках, в озерах. Леша говорит, снизу сероводород здесь нет. Ну, короче, напишите, кто знает, мы тут гадаем стоим. Но запаха сероводорода, кстати, нет. Нету, ага. Ну все, начинается экстрим. Там, да-да-да, нарушаем правила, да?
Видимо, мы сейчас идем в то место, где там что-то обрушилось. К нам сразу, кстати, на кассе об этом сказали, что полпути вообще сошла сель. Невероятная просто. И все. Полпути просто нет. Сейчас посмотрим, что там. Итак, друзья, первая опасность. Та-дам! Срочная новость. Обвал посреди федеральной трассы Адлер-Сочи. С чем занимаются власти города? Они ищут незаконные постройки, когда ходить и ездить вообще невозможно. Мне страшно. Почему я должен жить в Сочи и бояться? Как себе такое? Ух, блин. Надеюсь, друзья, вы понимаете, да, что мы стебемся. Просто смотрю сейчас в последнее время на таком хайпе, да, сейчас новое слово, на хайпе сносов этих домов в Сочи, кого только не повылазило. И все только успевают снимать видео, как все ужасно, там интриги, расследования. На самом деле все это было каждый год. Просто в этом году все это раздули. Приехал у нас Глеб Яных. А это было каждый год. В общем, друзья, это я к чему. Поменьше смотрите подобных видео. Поменьше позволяйте другим людям выводить себя из равновесия. Понятно, что новости все строятся на таком негативе. Интриги, расследования. Людям всегда это заходит. Но будьте умнее. Не все так страшно, на самом деле. В общем, я за позитив, за оптимистичный взгляд на жизнь. Не поддавайтесь негативу. Так, у нас следующий мостик. Следующее красивое место. Вообще, как классно, что мы выбрались. Причем погода не жарко. Идеально, да? Идеально. Класс. Ну что, мы пришли. Такая вот здесь красота. Лёш, зачем ты это делаешь? Электричество снимаю лишнее. Снимает электричество, друзья. Может, мне тоже снять электричество? Заземляюсь. Заземляюсь. Заводняюсь. Зацените, кстати, носки мои. А? Сейчас мы тоже заземлимся. Холодная, вообще супер, прям ледяная. Ну, Никита, у тебя вся жопа белая. Да? Да. Ладно. Так, Боря здесь купил себе игрушку. Сколько лет тебе, Борь? Мне 30. 30 лет, 31. Ты как мне, одногодки мы с тобой. Смотрите, сейчас попробуем взлететь. Боря говорит, что здесь могут спутники, да, не ловить. И второй у них этот дрон потеряется. Ну да, вот 7-6. Ну, Никита сказал, возмещает все убытки, поэтому как бы я не перебивался, я такого не говорил. Так, брат, давай только не падай. Нажимай на съемку. Привет, наш робо-друг. Съемка идет. Давай, брат, не разбейся. Не говори так. Фу-фу-фу. Давай, брат, будь осторожней. Будь осторожней. Пчелка наша. Ну что, друзья, все, мы сделали 1000 фотографий, наверное, миллиард видео сняли. Сейчас решили потрапезничать.
Ну и, наверное, уже на этом, да, будем заканчивать. Все, ребят, надеюсь, было интересно. Вообще прям советую, рекомендую, классное место, просто здесь энергетика, да, такая крутая. И очень красиво. Эти Змейковские водопады вообще отдыхают. Маршрут не тяжелый такой, легкий там. Классно вообще. И доступность очень близко к городу. Да, и парковка, и все есть. Ну, короче, класс. Все, друзья, ставьте лайк, кому понравилось. Пишите в комментариях, почему вода-то такая, такого цвета. Все, давайте, всем пока. Ну, видите. Друзья, мы, кстати, по пути назад, смотрите, все-таки решили зайти, а тут вообще круто. Да, кстати, работает, да. Что, вот здесь надо было делать руки. Селфи? Да. Вот здесь костер. Костер тут все. Это прыгать, да, вечером будет? Нет, не прыгать, это горит костер, высокие желания загадывать точно можно. Ничего себе, я вообще не знал, что есть такое супер крутое мега место просто. Да? Легендарный ресторан 66-го года. Миронов лично картошечку чистил без юмка фильма здесь у нас на кухне. Серьезно? Проходите, пожалуйста. Я, смотрите, могу вам, знаете, как в уголочке скалочка, стол с заказом. Я могу предложить вот этот стол, где вы в вашей компании замечательно можете присесть. Там кто? Пересела? Так, давайте я вам чуть-чуть покажу по ценам, что тут здесь вообще есть. Так, это у нас салатики. Салатики. Все, началось тоже. Садовый салат с маслом сметаной 324. Так, что я хочу? Борщ у нас 394, ну ценник такой прям хороший. О, вообще вкуснятинка, смотрите. Ребята, в общем, у нас предпочитают постное меню. Вот какую-то фигню бы нам приносили, расскажи, что это такое. Так, это пхали, это традиционное национальное блюдо, сделанное из шпината, свеклы, орехов. И орехов. С элементом пластилина. Здесь, как называется? Это квари, просто вареники с картошкой. Вареники с картошкой, как называется? А это? А это, я не помню, как называется. Здесь перец. Помидоры, овощи. А что за сверху? Это орехи. Орех, да? Ну, они, на грузинской кухне они всегда во все практически блюда любят добавлять вот именно орехи. Орешки. Перемолотые, да. То есть здесь орехи, там в соусах орехи частенько бывают. Ну, это хорошо, да? Да. Вот и музычка заиграла. Так, ну что, вот нам принесли наши лодочки. Обслуживание на уровне. Персонал приветливый, лучший, очень радует. Вот где в Сочи нормальное обслуживание. Давай. Ага. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик. И всех ждем в Сочи. Всем пока. Приезжайте. Пока.